Что скрыто от обычной маммографии, теперь покажет маммограф нового поколения. Оборудование за 29 миллионов рублей установили в Ульяновском областном онкологическом диспансере. Данный аппарат оснащен функцией томосинтеза и приставкой для проведения контрастной маммографии. При томосинтезе молочной железы удается получить трехмерное изображение с толщиной среза до 1 мм. Это помогает выявить рак молочной железы на самой ранней стадии и определить образование от 5 мм. А контрастная маммография дает понимание о характере опухоли – доброкачественная или злокачественная. Если сравнивать с обычной маммографией, у обычной маммографии есть одна проблема. Если ткани молочной железы слишком плотные, мы получаем недостоверную картинку и ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Томосинтез – это следующее поколение маммографов, и он лишен этого недостатка. Отсюда меньше ошибок в диагнозе и больше женщин, получивших лечение в короткие сроки. Снимки выдаются мгновенно. Новый аппарат диагностического уровня, поэтому предназначен для сложных пациенток и женщин с плотной молочной железой. Аппарат современный, все интуитивно понятно. Сотрудники отделения были обучены специалистами из компании-производителя. В принципе, мы освоились, уже работаем. В рентген-отделении на новом маммографе работают с 1 октября. С этого момента исследования прошли десятки пациенток. Аппарат нового поколения больница приобрела за счет реализации национального проекта здравоохранения. Рената Лиулова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.